Мы сегодня пришли еще раз сказать спасибо и от общественной палаты, и от молодой гвардии, и от сторонников. Сегодня мы выбрали именно в обеденный перерыв посетить вас. Всегда поддерживают как материально, так и физически, делится заведующая педиатрическим отделением Одинцовской поликлиники номер 3. Речь идет о членах молодой гвардии «Единой России». 1000 масок передали сотрудникам медицинского учреждения волонтеры вместе с членами общественной палаты округа. Медицинские учреждения у нас находятся на передовой. Все сотрудники рискуют своим здоровьем, можно даже сказать, своими жизнями. Ну и как мы можем их не поддерживать? Это основные люди, которых мы должны поддерживать, уважать, оказывать содействие и быть рядом вместе с ними. Изображения животных, разноцветные узоры, медицинские маски для детей особенные. С такими не соскучишься. Мы все силы кладем на реализацию всех проектов, которые ставят перед нами и министерство, да, и наше руководство. Естественно, есть какие-то проблемы, и ваша помощь, она всегда оказывается вовремя, она нужна. Все, что не во благо, да, это все идет, естественно, плюсом к нашему делу. Медицинские учреждения сейчас нуждаются в поддержке, как никогда раньше. Активные, энергичные молодогвардейцы всегда готовы выразить свою благодарность докторам в форме благотворительных акций. К нам обратилась молодая гвардия для того, чтобы помочь организовать сегодняшнее мероприятие, чтобы созвониться с нашей детской поликлиникой. У них появилась возможность, у ребят и желание помочь именно детской поликлинике с такими вот красивыми, замечательными масками, которые бы не пугали детей, а приносили удовольствие и радость. Дефицит масок – проблема, с которой врачи столкнулись совсем недавно. Расход их огромен. Чем больше будет неравнодушных, тем эффективнее станет помощь, уверены молодогвардейцы. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».